Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Итак, всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня снова сели на проекте Black Russia. Это, если что, у нас получается пятый сервачок Orange. Всех жду вас играть вместе со мной. Вся информация есть в описании под этим видео. Сегодня будет у нас интересная серия, потому что я наконец-то получил второй уровень. Ввел, получается, свой промокод. Получил за промокод 15 тысяч. И сейчас мы будем ехать покупать себе новую одежду, получается. Ну и, в принципе, будем заниматься развитием на данном проекте. Всех зову играть вместе со мной, повторюсь. Вся информация есть в описании под видео. Это КРМП на телефоне, кто вдруг не понял. То есть вы можете скачать данную игру, данный клиент, загрузить игру, получается, и играть в любое время на своем телефоне. Как бы телефон можно, мне кажется, почти любой, который более-менее нормальный, такой, знаете, там двухъядерный. Эта игра спокойно пойдет. Сегодня, получается, мне нужно купить одежду. Для нашего персонажа у меня есть 30 тысяч. Ну и, возможно, сегодня купим первую машину, хотя бы Запорожец, чтобы нам было проще передвигаться по проекту. Я думаю, это будет там много лучше, чем просто бегать пешком, либо постоянно арендовать скутер. Я, кстати, поработал здесь на разных работах. И на заводе я работал, и на ферме, и грузчиком. И в следующей серии, скорее всего, я вам покажу работу фермера. Мне она очень сильно понравилась. Реально, такая работа уникальная. И я больше такую работу нигде не видел. Там очень много разных работ. И они вообще не похожи на друг друга. И очень сильно, как бы, такие интересные. Поэтому, пацаны, я думаю, серийка будет интересна следующая. Сегодня чисто такая, знаете, будет ламповая серия. Мы купим себе скинец. Сейчас я уже бегу в магазин одежды и купим, возможно, себе сегодня первую машину, потому что уже пора, как бы, это третья серия на данном проекте. Я снимаю на данном проекте не так часто, потому что снимать через телефон, пацаны, на самом деле очень сложно. Как бы, снимать не сложно, но сложно монтировать. Я еще не полностью привык к данной игре, но мне очень интересно в нее играть. Я, как бы, уже прокачал второй уровень, могу даже вам это продемонстрировать, то, что у меня действительно второй уровень уже, как бы, я уже пацан, знаете, нормальный такой. Вот у меня второй уровень получился. 30 тысяч и все, больше у меня ничего нету, ни телефона, ни машины, ничего. Я вон 30 тысяч заработал, получается, ну 15 тысяч я получил за промокод, и 15 тысяч я еще сам заработал там на заводе, на грузчиках, в принципе, вот как-то так. Вот магазин одежды, нам нужно купить одежду для квеста. Так, вот у нас тут одежда всякая есть, 5 тысяч стоит, 9 тысяч. Ну, блин, я не знаю, какую нам купить одежду, просто хочется купить что-то дешевое, чтобы купить еще машину. Поэтому давайте купим вот этот скин за 5 тысяч, в принципе, и все. Вот, 3 тысячи я еще получил, отлично. За выполнение квеста. Теперь надо как-то добраться до Павна, посмотреть, какие нам еще нужно задания сделать. На самом деле, я в шоке из данного проекта, потому что они уже открыли, получается, 6-й сервак. И вроде бы как скоро, может быть, даже 7-й откроют. И постоянно серваки все забиты. И вот ты утром заходишь, там, в 8 утра, уже там онлайн почти косарь, понимаете? Это реально очень круто, то, что такой онлайн большой на проекте. Ну, конечно, с телефона проще играть, чем с компа, поэтому здесь такой онлайн востребованный. Так, интерьер 24/7. Так, аптечка, парашют. Все, я купил телефон. Так, а как посмотреть свой номер? Подождите. Ну что ж, я уже почти подъехал, мне осталось доехать буквально немножко. Кстати, вышло еще глобальное обновление пару дней назад, но я не стал это снимать, потому что я даже не знаю, что до этого было на данном проекте, потому что я здесь играю достаточно мало, поэтому для меня сложно было бы сказать, что новое добавили, а что было уже. Поэтому я не стал об этом записывать видео, но видео про глобальное обновление вы можете посмотреть в официальной группе проекта, что там добавили. Там видос, по-моему, на 9 минут. Так, все, я доехал до Нашана, сейчас посмотрим, что же здесь можно купить за мои деньги. Так, тут у нас продается, получается, Запорожцы, Волга продается. Ебать, смотри, какая четкая семерка, пацаны, да? Вообще по красоте. Тонировочка, винил, пацаны, выхлоп стоит. Бля, как какая жена охуенная, пацаны, реально. Не, ну просто посмотрите на нее. Еще фары красные, пацаны. Бля, я хочу себе семерку. Ну, нам хотя бы надо Запорожец купить, чтобы было на чем передвигаться. Короче, пацаны, я перезашел обратно. Я появился в юшке. И я в ахуе просто, реально, потому что я хочу купить машину. Я уже заколебался перезаходить. Устроиться на официальную работу нам нужно, да? Ну ладно, квесты я уже потом пополняю, что-то я уже немножко расстроенный, в расстроенных чувствах, потому что, блять, я уже хочу машинку купить. Алло, надо купить машинку. Едем обратно на Нашан, короче, будем пытаться купить себе машину хотя бы уже с автосалона, потому что с рук почему-то их особо не продают. Как бы, да, пацаны, я медленно развиваюсь, но я стараюсь как могу, как бы. Вы знаете то, что я не только снимаю
снимаю КРМП Mobile, но еще и другие проекты, но уже по КРМП на компьютеру. И поэтому мне как бы немножко сложновато все успевать, но я стараюсь как бы и на телефоне играть, я вон второй уровень прокачал, как бы денежек заработал, как бы развиваюсь сам с нуля, как бы мне никто не помогает, поэтому вот как-то так. Все, едем на Нашанчик, сейчас должны мы по любасу купить машину. Кстати, вот новый мост еще сделали в глобальное обновление. Ну, мост такой необычный, кстати, я еще такой нигде не видел. Сейчас доедем до Нашанчика, я надеюсь, что мы сможем хотя бы купить уже Запорожец, чтобы нам было на чем уже передвигаться. Все, я хочу купить, вот переобрести, нажимаем. Все, я еще и квест выполнил, кстати. Кстати, а где моя машина теперь? Вот сейчас мы едем к автосалону забирать свою машинку. Хотя бы увидеть ее, то, что она у нас есть. Потому что я купил машину и даже еще ни разу ее не видел. Красавчик таксист, просто лучший в мире. Обожаю таксистов, просто люблю. Люблю, целую, обнимаю просто. Таксистов, блядь, это, конечно, сильно было. Ну ладно, поехали к нашей машинке, в принципе. Да че вы так меня трогаете, блядь? Че вам сделал? Не трогайте меня, блядь. Дайте мне доехать до машины. Твою мать, блядь. Трогают меня и трогают, блин. Так, тут сейчас поворот, да, будет? Твою мать, просто, твою мать! Ну почему все так сложно, блин? Почему у меня вся такая херня происходит? Ну вот заехал я сюда, и что мне дальше сделать? Алло, блядь, ну что такое, блин? Спасибо, что завелась. Капец, она медленная, лучше бы я на скутере, конечно, остался. Потому что она вообще не едет. Она вообще дергается как-то. А что она так дергается? А что скорость не показывается? Что у меня за машина такая странная? Хотя не все так плохо. Если она уже разгонится, то в принципе нормально. Надо будет еще затюнить ее. Если на нее еще винилы есть, это вообще будет шикарно. Ну а я, пацаны, на этом буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.